В последнюю субботу месяца нарьян-марцы вместе со всей страной вышли на лыжероллерную трассу, чтобы отметить всероссийский праздник День ходьбы. Участники преодолели 3-километровую дистанцию. Вместе с ними прошла моя коллега Ольга Русул. Всероссийский день ходьбы проходит в четвертый раз. И в четвертый раз нарьян-марцы выходят на старт, чтобы пройти быстрым шагом 3 километра. Кстати, в прошлом году участие в празднике приняли 250 тысяч человек из 60 городов нашей страны, и нарьян-мара в том числе. Почему ходьба? Олимпийский комитет, олимпийское движение не только спорт высших достижений, но и массовый спорт в том числе. Ходьба из них самый доступный, самый понятный. Это основной, наверное, показатель активного образа жизни. Сегодня на старте более 70 горожан. Возраст участников не имеет значения. На празднике полная демократия. Вот родители нам предложили, вчера позвонили родители, предложили всем классам провести вот такое мероприятие – Всероссийский день ходьбы. И мы откликнулись. Учитель начальных классов Тамара Федоровна вышла на старт вместе с 10 учениками. Кроме того, среди ходоков родители класса, ее дочка и внучки. Ребята, как думаете, будете первыми? Да! Антон Засухин сегодня на спортивной дорожке вместе с малолетними сыновьями. По его мнению, мероприятие и погода самые располагающие, чтобы приучить молодежь к спорту. Вот у меня старший сын ходит в бассейн на плавание, а младший пока... Егорка, иди сюда. А младший пока никуда не ходит. То есть, ну, в дальнейшем хотим записать его в секцию. Вот, решили вести здоровый образ жизни. Вот, и Ярик вот с нами, и Егорка тоже. Нет возрастного ценза и ограничений по способу ходьбы. Идти можно как угодно – быстро, медленно, по-скандинавски, с палками. Словом, среди идущих равенство и братство, никакого соперничества. Как у вас настроение? Прекрасное! Отлично! Скорость передвижения во время ходьбы не является решающим фактором. Здесь главное именно участие. Но с заметным отрывом лидирует группа мальчишек. Конечно, немного мухлюют. Пока никто не замечает, с шага переходят на бег. Но сегодня это простительно. Я спортсмен, я всегда хожу на все мероприятия. Самые первые ходоки финишируют за 15-16 минут. Всем без исключения участникам положены благодарственные письма от Олимпийского комитета. Вместе с активными спортивными нарьян-марцами Всемирный день ходьбы отмечали Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».